Атару вдова! И это слыхано, чтобы женщина орудовала серпом и косой, а? Если не слышали, пусть теперь услышу. Скажи, чем я хуже любого из вас, ну хотя бы тебя? Что ж с того, что ты мужчина, а я женщина? Чем я хуже тебя работаю? И у меня две руки и ноги, и у тебя. Немощную нашли, убогую. Помогите! Георгий! Георгий, куда ты? Помогите! 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 Не бойся! Кто нас спас? Ты его узнал? Нет, не знаю. Эй, парень! Не узнали. Надо объехать, мост разрушен. А когда-то он соединял прадедов наших с деревнями. С крестьянами? С крестьянами. Ты должен немедленно восстановить этот мост, если ты их действительно жалеешь. Добрые, подайте милостыню Христа ради, пожалейте бедного старика. Атарова, вдова, подай милостыню Христа ради. Тащи сюда. Дай Бог счастья твоему дому. Горел бы ты непутевый. Дай Бог тебе 100 лет жизни. Бродишь тут, обманываешь глупых баб вроде меня. Изо рта кусок хлеба вырываешь. Спасибо. Таскаешься, проклятый, по этому свету клянчишь. Совести у тебя нет. На, подавись этим вином. Отсохли бы у тебя руки и ноги. Не подумай, что я раздобрилась. В кувшине одни подонки остались. Грязь, не вино. Все равно выливать, пусть оно продерет твою глотку. Будь счастлив. Фу, чтоб тебе околеть. Постой. Погоди, бродяга, иди сюда. У тебя все ступни потресканы. От дурной головы покоя ногам нет. Ходит по белому свету, прошенчит, ворочит глупых баб.
Иди за мной, чтоб тебе не видать белого света. Ты что, ноги еле тащишь? Будь ты проклят совсем. Вот она, гроза идет. Чёрт. Горе тому, над кем разразится. Да, гроза убьет. А ну, пошли. Добрая ты женщина, а тебя все боятся. А чего им меня бояться, что я чудище, что ли? Старые бабы, вот и боятся. Дай-ка мне кусок кожи на чувяке. Ты, может, и чувяки себе сделать не умеешь, никчемный ты человек. На, возьми. Дай пару чувяк. На, носи, голова твоя дурная. Ты что, была ему должна, что ли? А ты думал, стала бы я из-за него у себя изо рта последний кусок хлеба вырывать. Большое тебе спасибо, Атарова вдова. Спасибо, очень оно мне нужно. Получше спрячь его в свои лохмотья. Спасибо. У, чтоб молния тебя разразила. Спасибо. Хорошо слово даром дается. Если б надо было трудиться, ты бы его не имел. Спасибо. Хочешь разорви свое спасибо, хочешь раздери. Во, ну и баба. Спасибо. За что она была тебе должна? То что ты, какой там долг, подаяние. Ну и характер у этой вдовы. Ни одного доброго дела не сделает без того, чтобы еще перцу не подсыпать. Эх, а какой у нее был муж. А ты его знал? Ты в дуре? Да. Ну да. Ей не было еще 24 лет, когда она вдовела. Но ради своего сына она больше не вышла замуж. Георгий. Да? Оба они бирюки, и сын, и мать. Зайди, кисок. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, бро. Ведь ты Тебро, правда? Неужели узнала? Ну еще бы, ведь я детство провела здесь с вами. Здравствуй, Полон. Здравствуй. Ты замужем? Да, госпожа, замужем. Это твой ребенок? Да, госпожа. Ой, какая чудесная крошка. Барышня. А? Красавица моя, как выросла, похорошела. Замужем? Нет. Ой, это дядя Петре? Радость моя, ты узнала дядю Петре? Как не узнать, ты совсем не изменился. Мы едва спаслись. На развалину моста понесла лошадь. Ее остановил какой-то храбрец, иначе бы мы погибли. Этот парень нас спас. Князь, батюшка, да, да. Давно мы собирались восстановить разрушенный мост. Да без вас это не под силу. Я знаю. Верно? Арчил, надо ехать. Едем. До свидания. Будьте здоровы. До свидания. Ищи, кур, ищи, как блок ищут. Сам урядник пожаловал к нам. А это не шутка. Ни одной старшина. Словно чума прошла. Будто так обеднели, что ни одной курицы нет. Ничего нет. Ищи. Ага. Да вы дома нет? Прыгай через забор сейчас. Скорей! Держи! Лови трубу! Ты что тут делаешь, проклятый пес? Да разве я для себя беру? Для урядника! Ох ты вор! А, помогите, люди добрые! Помогите! Оставь его, Георгий! Из-за этого ничтожного еще в Сибирь попадешь. Арчил, не он ли остановил нашу лошадь? Мне кажется, это он. И одежду мокрую эту, и посмотри. Вполне возможно. Thank you.
тебя разродил, старшина? Будь ты проклят! Железные лапти изношу, а до правды дойду. Куда девался Георгий? Что такое две курицы? Но силы у меня и щепки не отберешь. Вот кошелек для чертей. Наконец он мне пригодился. К чертям и пойдут эти деньги. В городе без взятки ни шагу. Ну, ничего, старшина. Я знаю, что мне делать. До губернатора дойду, а грабить себя никому не дам. Когда всему этому будет конец? Судья, чиновник, старшина, урядник, становой и даже князья, не меньше, чем другие, угнетают крестьян, а потом удивляются, что они недовольны. Я думаю, что мы должны установить с нашими крестьянами добрые отношения. Мы с тобой теперь будем помогать им. Я вижу, что моя сестра на самом деле ангел. Господи, благослови меня. Старшина отобрал у меня двух кур. Что за глупости? Какие курицы? С чем ты лезешь? Прошу составить жалобу. У меня нет времени, чтобы чинить иск на миллион на Азовскому банку, а ты лезешь с курицами. Раз, мой говорят, вот что, курицы. Мамаша, иди-ка сюда. Иди, не бойся. Так старшина отобрал у тебя двух кур. Да, сынок. И он их забрал у тебя силой. Да, сынок. Ай-яй-яй-яй-яй. Хочу подать жалобу. Это дело серьезное. Обойдется 12 гривен. Значит, надо будет печать поставить, дальше зарегистрировать жалобу, купить гербовую марку и туда, и сюда. Порядок такой. Да, я знаю, сынок. Я чертов кошелек с собой перехватил. Идем, идем со мной. Идем. Я тебе помогу. Иди сюда, мамаша. Здравствуйте, ваше благородие. Одна 20-копеечная марка нужна. Тетушка, нужно заплатить гербовый сбор. Давай-ка 60 копеек. Давай. Давай деньги. А? Теперь пойдем, мамаша. Пойдем. Пойдем. Иди сюда. Иди. Иди. Ваше благородие, эта женщина прошение хочет. Проходи, проходи. Привык даром дела делать. Ба, зачем даром? Деньги дают. Проходи. А ну-ка, мамаша, приготовь деньжат. 3 гривенника, нет, 3 рубля. Жулик ты, убирайся отсюда, окаянная душа твоя. Ого. С меня уже целую десятку слупили. Подлые вы живодеры, будьте вы трижды прокляты, грабители. Я до вас доберусь. Не будь я женщиной, если не задам вам жалобу. Может, губернатору пойду. А почему не пойти? И пойду, и расскажу о ваших жульничествах, будьте вы прокляты. Куда лезешь? Как куда? К губернатору иду, управу ищу. Нельзя, нельзя. Почему нельзя? Нельзя. Это еще что за индюк? Пропустите, говорю. Мне вон губернатору отсюда надо, я правду нельзя, ищу. Нельзя, говорят. Пропустите меня.
Кто эта женщина? Вдова какая-то. Говорит, правду ищу. Пустите. Проходите. Проходите, проходите. Здравствуйте, господин. Чего она хочет? Ваше превосходительство, она жалуется на сельского старшину, который отобрал у нее две курицы. Две. Из-за двух кур губернатору? Говорит, незаконно, насильственно. Нет, закон нарушать нельзя. Даже добровольно, добровольно. Боевая, видно, баба. Да, господин, кур отобрал. Ну что же, поможем ей, накажем виновных. Идите, мамаша. Кур я прикажу отдать. На, подавись! Черт с тобой! Пропади ты пропадом! Ну, вдова, плюнь мне в лицо, если я когда-нибудь это тебе прощу. А ты думал, тебе это легко сойдет? Никто не смеет, не спросясь, переступить моего порога. Где мой сын? Куда он девался? Георгий! Георгий! Его Георгия не было здесь. Нет, я его сегодня не видел.
Эй, ты! Что разоспался, а? Не слышишь? Вставай сейчас же! Какого рожна тебе нужно? Ничего мне от тебя не нужно. На буйволов жалко смотреть. Ты почему не снял ерма с них? А тебя кто спрашивает? Вставай, последи за животными, говорю. Не совестно тебе так с ними обращаться. Человек должен служить хорошо. А что мне их на голову посадить? Немного бы они напаслись на твоей паршивой башке. Они ведь не мои, хозяйские. Ах ты бессовестный. Ну не твои, а животных тебе не жалко? Да ты что, беду на себя накликать хочешь? Уходи отсюда, пока я тебя не вздул. Вставай лучше, присмотри за животными. Не то я с тобой сам разделаюсь. А ну встань, живо! А ну-ка попробуй, тронь только. Я тебе устрою трезвон. Вот он тебе. Ну, парень, теперь берегись. Вот что? Ты не шутишь, я вижу. Ну, теперь держись. Парень, погоди, погоди. Что ты мне хочешь? Оставь меня. Ой, что ты делаешь? Ой, мама! Мама! Помогите! Христиане! Убил меня негодяй! Ребра смял! Руку вытру! Голову убрала! Постой, куда? Куда? Куда ты? Я еще тебе покажу, собачий сын! Дождешься у меня! Чертовой матери вас! С хозяином вместе! Этот молокосос избил моего работника! Здравствуй! Еще нехорошо говорил о твоей матери. Вы слышите? Идите, жалуйся. Не то я сам буду жаловаться. Хорошо, господин. Уважаемые судьи, меня мой хозяин никогда даже грубым словом не обидел. Я у него всегда в почете. Не правда ли, господин? А этот задира в чужое дело полез. Набросился на меня. Убери руку. Ты зачем, говоришь, так нагрузил арбу? Или животных тебе не жалко? Или своей головы? Наскочил, как зверь, и обломал от меня дубину. Посмотрите. Глядите, господа. Глядите. Вот мои нога. А вот и спина. А вот и плечо. Даже почтенную маму хозяина он не оставил спокойно. Лежать в могиле. Убери руку. Свидетели есть? Отвечай. Свидетели? Да. Откуда могли взяться свидетели в ночное время в лесу? Тогда чем ты докажешь, что именно он избил тебя? Погодите, уважаемые! Я вам сейчас все расскажу. Я поколотил, правда. Чудной он какой-то. То ли безумец, то ли отмечен Богом. Безумец? Да и мать у него какая-то одержимая, видно, в нее пошел. Тебе-то какое до этого дело? Как какое дело? Ведь из-за таких бессовестных людей мир гибнет. Люди друг другу не доверяют. По вине таких вот бездельников и у хорошего работника испорчено имя. Мало того, что этот человек спал, он еще и буйволов так прикрутил к ерму, что бедняги едва не задохнулись. У меня сердце кровью облилось, когда я увидел это. Атаров Георгий неправды не скажет. Он человек прямой. Разрешите мне сказать свое слово? Говори. Мне... Сердиться на него не за что. Молодец, Георгий, правильно поступил. Со своей стороны я тебя прощаю. Молодец, парень, ей-богу, молодец. Он прощает! Народ! А прощает ли моя спина и синяки на моих боках? В печенках у меня сидит этот Георгий. Прощай! Взяла моего Тердория жадная земля. Тяжело мне без него. И радость, и горе встречал он бодрой песней.
Часто говорил он мне, дожить бы до того счастливого дня, когда возмужает мой Георгий. Ну, а потом пусть хоть четвертует. В бабьих руках оказалось богатырское оружие. А в руках у хорошего охотника ружье не заржавеет. Ты правду говоришь, мама, правду. В том-то и горе мое, что говорю правду. Сегодня не ночевал дома. Где он ходит? Может, он кого-нибудь полюбил? Зачем скрывать от меня? Он уже не дитя, это должно свершиться. У парней его возраста и сыновья есть. Ой, один раз бы подержать его ребенка на коленях, и тогда хоть живая лягу в могилу. Зачем ему от меня скрывать? А я, может, ошибаюсь, не то думаю. Другая у него печаль. Если что и сломит меня, только думаю об этом. Не говорит мне ничего, не доверяет мой Георгий. Когда ходил на охоту, последний раз 3 дня не возвращался. С тех пор легла печаль на его сердце. Какой-то камень навалился на него. Может, человек... Боже, даже страшно думать об этом. Господи, спаси нас. Не знаю, сколько горя на пути нашем в этом мире. Благословение. Ты уже не спишь, сынок. Солнце еще не вставало, а ты не спишь. Бежит от меня сон. Не мог всю ночь сомкнуть глаз. Как ни старался. Чуть рассвело, я вышел во двор. Какая-то боль у тебя, сынок. Какая-то беда. Что с тобой? Почему не скажешь? Загляни в душу ко мне. Заглядывал, мама, заглядывал. Знаю, что в твоей душе только я один. Не о том я говорю, сынок. Почему ты замкнулся от меня? Что таишь? Тоска твоя точит сердце мое, как червь. Она, как червь, впилась в мою душу. Не убивай, пощади. Я скажу, только не гневайся, мама. Хочу против твоей воли пойти. Из уважения к тебе я молчал. Что такое, сынок? Хочу наняться в батраки. Душа не лежит к дому. Что ты сказал, сын мой? О, горе мне. Я так и знал, мама, что обижу тебя. Но пожалей меня, я ведь тоже человек. Что стряслось с тобой? А к кому ты собираешься поступать? В один единственный дом. Или туда, или никуда. Дом тот чей?
Крестьянской или княжеской? Княжеской. Здесь, в наших краях? Да. Князю Арчиву хочу наняться. Добро пожаловать, крестная. Здравствуйте. Барин дома? Дома изволит быть. Пожалуйте. Дайте каждому таланту путь широкий и прямой. Дар неспослан человеку, а не знать родовой. Ой, барин, а Тарова вдова изволена прийти. Здравствуйте, здравствуйте. Добро пожаловать. Рад вас видеть. Доброе утро. Прошу вас. Присаживайтесь. Кесо, иди сюда. Атарова вдова к нам пожаловала. Чаем угости. Чай — это не мое дело. Доброе утро. Как изволите пожелать, княжна? Вашими молитвами. Я ведь и за себя не молюсь, чтобы не беспокоить Господа Бога. Где мне за вас молиться? Жестко ты говоришь, но я знаю, что ты хорошая. Если б ты пожила с мое, да пожарилась бы на такой же сковороде, и ты бы так заговорила. Горе заставляет говорить, счастье молчаливо. Слова лишний груз. Не будь горе на земле, люди молчали бы. Молчали бы. Радости разговоры не нужны. Даже собака, когда радуется, только хвостом виляет. Я ведь ваш нрав хорошо знаю. Вы без дела не придете. Верно, князь, я пришла не без дела. Прикажите, ваша сабля моя шея. Мой Георгий хочет к вам наняться. Очень приятно. Мы будем рады его принять. Но мы без вашей воли ничего не решим. И моя воля есть. Сын сперва у меня спросился. Мне стыдно, он из хорошей семьи, хорошего отца сын. Обидно, но поздно, хнык. Если так, я откажу ему. Как может сын не послушаться такой матери? Нет, умоляю, не отказывай. Я мать, и жизнь моя прошла. У него же все впереди. Надо пройти долгий большой путь, не могу я мешать ему. Я в конце жизни, он только вступает в нее. Какая же в том необходимость? Что значит необходимость? Судьба, желание. Но ты же останешься одна. Одна? Почему? Загляни в мое сердце, сколько ты там птенцов увидишь. И на горе их хватит мне, и на радость. Для одинокого человека работа друг. Тот, кто трудится, одиноким не может быть. Вот такие, как вы. Вы одинокие. Арчив, ты хотел правды, вот она. У крестной слова колючие, как шиповник. Одинокие. Вы одинокие. Наконец-то я увидела твою улыбку, дорогой мой мальчик.
Да что это такое, мама? Сколько вещей ты укладываешь, словно за 9 гор отправляешь меня. Нет, сынок, без этого нельзя. Пусть знают, что ты из хорошей семьи. А разве не знают? Лучше увидеть, чем услышать. Мне так много не нужно. Я ведь не девушка на выданье. Если б ты был девушкой, так легко бы не вырвался у меня. При себе бы держала, да? Я не об этом говорю. Девушка ждет судьбы дома, а юноша ищет на воле. Пусть будет твоя воля, мама. С этими вещами пойду к ним. Вернись, хоть раз посмотри на меня. Не оглянулся. Уходит от меня точно здесь, и нить не удерживает его. Другим идет точно, канатом его тянут. Уходит от меня, и даже жалость не заставляет его обернуться. Неужели у него ничего не осталось здесь? Совсем ничего. Другим идет, и радость заставляет его смотреть только вперед. Значит, для него все там, все. Зачем есть между матерью и сыном твое и мое? Зачем сердце матери смотрит на небо двумя глазами? Почему не слепнет один, когда смотрит другой? Кто живет для кого? Разве есть такой вопрос между матерью и сыном? Значит, может быть такой вопрос. Нет, сынок, ты будь счастлив, ты. А я вырву тот глаз, который видит для меня, и останусь тем глазом, что видит только твое и только для тебя. Там тебя устроят. Хорошо, мой господин. Здравствуй. Здравствуйте. Идем, сынок. Дай бог тебе радости. Какой молодец пришел к нам в работники. Георгий! Что прикажете? Поедем, я покажу тебе новый виноградник. Слушаюсь.
Георгий, как тебе нравится? Видишь, какими ровными рядами посажены. Откуда хочешь, смотри, как по линейке. Так хорошо сажать лозу. Солнце со всех сторон обогревает. Наконец-то нашелся человек в деревне, которому нравится то, что я сделал. Нет, господин, и мне тоже не нравится. Почему? Да потому что здесь склон. Вот тебе на! Оказывается, ты тоже ничего не понимаешь. В том-то и прелесть, что это склон. Солнечный склон. А разве это мне не нравится? Что может быть лучше солнца для лозы? Так в чем же дело? Здесь виноградник обязательно поливать нужно. Ведь у нас мало выпадает влаги. Так что же из этого? Вода не пойдет вверх. А если пустить сверху вниз, тоже толку будет мало. Всю землю смоет с корней. И лоза погибнет. Да. Ну иди, иди. Вот смотри, Георгий. Здесь, перед нашим домом, мне хочется разбить большой цветник. Тут мы проведем дорожки, а по краям дорожек пойдут клумбы. Видишь? Ничего я не вижу, госпожа. Умоляю, в другой раз прикажи. В глазах потемнело, дурман нашел. Совсем ничего не понимаю. Хорошо, иди. Ничего не вижу. Прикажешь, госпожа? Вот тебе золотой. Ну, возьми же. Ну, бери. Бери золотой. Какая прелесть. Какой у вас прелестный сад. Я ничего подобного не видела. И какие замечательные цветы. Спасибо. Арчил разбил сад? Нет, моя дорогая. А кто? Я все это сделала сама. Да? Ну, пойдемте. Пойдемте. Да, это ты. Ты создала его сама. Единственная моя. Здравствуйте, Арчил. Здравствуйте. У вас дивный сад. С тех пор, как вы наняли нового работника, ваша усадьба преобразилась. Дорогой мой. Эх, друг мой, в них главная сила. Моя сестра не согласна со мной. Что мы такое? Мы только наметаны, а они накрепко прошиты тем швом, которым шьет природа. А природа — великий мастер. Они как сталь, а мы рыхлые, дряблые. А вот послушала бы ты их песню. На стон похоже, а все же зовется песней. Наши песни не похожи на стон, а все равно их нельзя назвать веселыми. Это потому, что источник их силы — труд. Ведь с утра до ночи и звери рыщут в поисках пищи. Так давай будем возвеличивать зверя. А у человека должно быть благородство, дорогой.
Георгий! Георгий, проснись! Арчил зовет. Он сказал, чтоб ты пошел на сенокос. Живей, живей, ребята! До темна перевезем сено. А ну, поборись со мной, посмотрим, кто кого. Да нет, барин. Да подожди, чего ты боишься? Что за шутки с крестьянами, Арчил? Я с ними не шучу. Порой я учусь у них языку, а чаще уму-разуму. Эй, Петре! Это Георгий. Петре! Ты неровно верхушку ведешь, так не годится, поправь! Георгий! Слушаю, князь. В чем дело? Неправильно сток ставит. В дождь вода соберется, сено сгнить может. Я и сказал Петре, чтоб он ровнее ставил. Ты верно сказал. Петре! Что прикажете, барин? Георгий прав, верхушка стога у тебя неровная. Господь, видно, на меня прогневался. Кривой сток, сам вижу, а выровнять сил у меня нет. Влезь сюда, Георгий, не поленись. Руки у меня отваливают. Иди, помоги. Старость не радость, мой милый. Зрение у человека слабеет, и руки тоже изменяют. Что ты, дядя Петре, старый конь борозды не портит. Рано голову вешаешь. Георгий, а ты сток умеешь ставить? Говорят, в этом сноровка нужна. Это работа крестьянская, госпожа. Я ж на селе вырос. Счастья и радости дай тебе Бог. Работаешь хорошо и говоришь хорошо. Арчи, мне хочется посмотреть сверху. Высоко поднялся парень. Георгий, ты очень быстро поднимаешься. Ты почти до меня добрался. Можешь коснуться моей руки. Да разве я смелюсь, госпожа? Несите ко мне в дом. Боже, чем мы провинились перед тобой, пасть от этого несчастья. Несите осторожней, дорогие мои. Thank you.
Нет, барин, не буду его тревожить. Не жилец он на этом свете. Может, попытаешься, что хочешь возьми. Только спаси его, отведи беду от моего дома, сними камень с души. Зря только мучить несчастного. У него все внутренности отбиты. Боже мой. Разве дело до слез дошло? Горе на мою голову. Сын мой, Георгий, ну взгляни на мать хоть раз, слышишь? Что с тобой, мой сокол? Моего богатыря что могло свалить? Даже не можешь на мать взглянуть. Воды. Воды. Лучше вина. Родной ты мой. Георгий, сын мой, посмотри на меня. Хоть слово мне скажи, мой единственный. Видишь, мама, этого ангела? Вижу, сынок, вижу. Она была моей судьбой. Не сожалею, нет. О, если б мне хоть подол платья поцеловать, потом умереть. Я не удостоился улыбки ее. Умираю, она проливает слезы. Мама, мне и этого довольно. И этого довольно. Не сожалею, мама, нет. Вот я ухожу и уношу с собой ее слезами орошенную радость. Не горюй, мама, ведь ты же мне говорила, что с неизбежностью нельзя бороться. Не знал я разве, кто ты, кто я, где мне было дотянуться до звезды в небе, пока был жив и смел признаться. В любви признаюсь, умирая. Кто спросится с мертвого? Мертвые все равны. Ступайте, оставьте меня с моим мертвым сыном. Со мной ничего не случится. Ох, ничего не случится. Ох. Yeah.
нет больше, Георгий, одна я осталась. Ты ушел, а я осталась. Бросил ты свою мать, умер мой мальчик. Ты, сын, должен был меня оплакать. Эти руки тебя вырастили, и эти руки должны забросать тебя землей, сын мой. Горе мне, счастье. Я его убила. Я убила его. Помоги мне, брат, помоги, что делать? Что делать? Нам надо будет отслужить панихиду. Да. Я созову священников из окрестных деревень. Так похороню, что удивлю всех. Хочешь замолить грех? Нет, сестра, нет. Не обижайся. Но историю с Георгием нам не так легко будет из головы выбросить. Ох. Ты бы вышла за Георгия? Нет. Нет, нет. Я поступил бы так же. Выходит, происхождение помешало раскрыться твоему сердцу. Я его не любила, понимаешь? Не любила. Вот в этом-то и беда наша. Не любила потому, что он крестьянин. Не любила кого? Того, кто был достоин преклонения. Не любила того, чья душевная красота была озарена небесным светом. Ты даже не догадывалась о его любви. А он-то дышал тобой. Георгий, умная книга, написанная по ту сторону моста. Она нам раскрылась. Но мы не сумели прочесть ее. Мы получеловеки. От нас отсечена лучшая половина. Не сожалею, он говорил мне, умер, и эти безобидные слова он оставил нам в осуждение, бросил их как милостыню. О, не убивай меня, не убивай. Хорошие похороны. А кому они нужны? Загубили человека. А теперь хотят миру глаза замазать. Да, да. Идем, Арчу. Ты
Ты слышал, о чем говорили там? Не удивляйся. Как можно не удивляться? От чистого сердца мы исполнили долг свой, а они обливают грязью. Они со своей стороны правы. Между нами разрушенный мост. Они остались на той стороне, а мы на этой. Значит, все кончено, если так. Кто сказал? Для таких, как мы, пожалуй, да. Для них нет. Мама, мама. Я здесь, сынок. Здесь, ненаглядный мой. Сегодня день твоего рождения. Загляни ко мне в душу. Заглядывал, мама, заглядывал. Знаю, что в твоей душе только я один. Знаешь, сынок, знаешь, родной мой. Ушел, ушел, зовешь меня. Иду, иду, мой родной, иду. Зовет, зовет. Господи, дай мне силы. Как-нибудь дойти. Холодно, мама, холодно. Холодно, сыночек. Дай я тебя укрою, родной мой. О, несчастная твоя мать. Ушел, зовешь меня. Иду. Господи, дай мне силы дойти. Может, гиена? Слушай, уж не могилу ли она разрывает? Давай-ка вспугнем ее. От Господа нам зачтется. Посмотрим. Нет, не гиена. Гляди-ка, собака не бросила своего хозяина. Здесь похоронен Георгий. Да ведь это Атарова вдова. А кому другому быть? Сломилась эта железная женщина. И этот могучий дуб свалился. Жаль ее. Жаль. Эх, а кто недостоин жалости в этом скорбном, неустроенном мире?